последнее время компания Netflix стала клепать сериалы чуть ли не каждый месяц. И вот, посмотрев сериалы «Ривердейл», «13 причин почему», я хочу с вами поделиться очень крутой вещью. Это сериал «Очень странные дела». Главными героями здесь выступают дети, хорошая актерская игра которых меня поразила. Сюжет рассказывает нам о компании друзей, один из которых внезапно исчезает. И вот тут-то все и начинается. Мама пропавшего ребенка чувствует беспокойство и всяческими способами пытается с ним связаться, чувствуя его присутствие. Но по-настоящему справиться с расследованием его исчезновения могут только его близкие друзья, которые решаются даже отправиться на обратную сторону, так называемую. Это изнанка жизни, то есть параллельная реальность нашего мира. В сериале ребята столкнутся со злобным правительством, которое будет им всячески мешать. В своих лабораториях правительственные ученые проводят опыты над детьми и сдерживают за тремя дверями нечто из той самой изнанки. Почему же я так настоятельно рекомендую вам посмотреть? Во-первых, это еще одна хорошая кинематографическая машина времени. Она собрала в себе все те фильмы того же Стивена Кинга, которые мы так любим. Вот эту вот самую мистику, которая заставляет нас досмотреть до конца. Во-вторых, Netflix выпускает сериалы по сезону. Вот, например, недавно вышел уже второй сезон, в котором 9 серий. И вы можете не томить себя ожиданием, а засесть за просмотр уже в эти выходные. А если вам понравится сериал, то система рекомендаций Netflix предложит вам другие сериалы на основе ваших предпочтений. В-третьих, сериал «Очень странные дела» в этом году стал обладателем премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал». А гильдия киноактеров США в этом же году наградила картину премии за лучший актерский состав. Этот сериал, конечно, не для всех. Он больше подойдет любителям мистики и фантастики. Но все же те, кто любит реализм, я тоже советую вам посмотреть, потому что иногда нужно выходить за рамки чего-то привычного. В общем, я рекомендую вам посмотреть сериал «Очень странные дела» и поделиться с нами мнением о нем. А еще, кстати, главная фишка этого сериала — это его обратная сторона.